На улице красота. Друзья, всем привет. Новое видео. Все за один день я тут дела делаю. Что хочу сказать по поводу земли у нас. Московская область. В принципе, земля. Вот я здесь в тени ковыряюсь. Это целина. Земля вообще классная. Вот даже комок, кажется, он вообще не разбиваемый. Нет, вообще прям вот рассыпается. Земля вообще классная, влажная. В принципе, можно уже начинать потихонечку что-то, наверное, высаживать. То есть вот, ну, здесь в тени, конечно, земля прохладная, но на солнце уже хорошо. Вот. Здесь у меня такой вот заросший был небольшой участок. Сейчас копала. Сорняки все выбираю на тачку, увожу в компостную кучу, в отдельную загородку. Вот. И буду делать две грядки. Ну, а что здесь посадить? Здесь же такая тень-полутень. Я пока не знаю. Хочу две грядки сделать. Одну в эту сторону, другую в эту сторону. А что сажать, пока что думаю. Просто земля хорошая, пропадает. Места жалко. Ну вот, как-то так. Что-то смотрю на две грядки. Кажется, широкие. Не пролезу я в них. А с другой стороны, если посадить какие-то крупные растения, например, там кабачки там или тыкву, не знаю, будут они расти в полутени-то. Вот, то, в принципе, нормально. Блин, ну земля вообще граблями два раза махнула, она вся она рассыпалась. И мелкая-мелкая фракция получилась у нее. Так здорово. И что я хочу сказать? Она вообще не мокрая, не сырая. То есть она влажная, но вот она прям рассыпается. Блин, вообще здорово. Так что все, можно. Включайте воду, будем сажать. Как говорится. Вот. Красота. Поставила по этой стороне. Тут у меня остаток был от, господи, от листа, от забора. Вот здесь немножко на краю не хватило. Потом по сусекам поскребу, может быть, окантовочку еще какой-нибудь из дощечек сделаю. Это надо подумать, это уже не сегодня, а то я без спины домой выйду. Хожу, осматриваю свои владения, пока ветер нет. Наверное, надо собрать траву. Полетает. Ну, в общем, с грабельками немножко побегала. Вот кучку намела, нагребла точнее. Здесь так уже и было. Немножко господи, землянику забыл, как называется. Здесь по периметру прогребла. Не знаю, что делать с этим шиповником. Разрастается, я его каждый год стригу. Выкорчевываю, выкапываю эти поросли, а он все сильнее и сильнее растет. Не нравится мне что-то. Абрикос пока спит. А, нет, вот чуть-чуть начинает почечки, ток-ток просыпается. Ну, шиповник уже весь. Скоро листья выдаст. Так. Очень быстро листья распустил крыжовник. Интересно, у меня в этот год ягодку даст. У меня второй год только. Третий, точнее, да. Третий год будет. Если я не ошибаюсь. Нет, второй. Это второй год. Даст у меня ягодку или нет? Тут смородинка. Тут смородинка. Тут, конечно, все бы. Здесь записались. Тюльпаны откуда-то вылезли. И жимолость уже вон какая красавица. Тоже надо тут все облагораживать. Ну, как говорится, не все сразу. У нас вороны тут сегодня что-то весь день.
кричат. Прям очень много их. Полдня орут. В общем, хорошего понемножку. Вот тут ползает то ли ящерка, то ли змейки. Ящерка. На камеру не видно. В общем, как-то так. Просыпается спирея тоже. Нарциссы бутончики уже выкинули. Вот, такие хорошенькие. Если они у меня возле слива растут кругом. И прям ветер, не знаю, слышно, не слышно. И яблонька начинает уже листики распускать.